Привет, друзья! Бывает такое, что после какого-либо ремонта остается очень много кусков, к примеру, пластиковых труб и крепежей к ним. Куда их девать? Выкинуть? Зачем, если из них можно сделать очень много полезных вещей? Простое крепление для пластиковых труб может также послужить и креплением для вашего инструмента. Ну а если к такому креплению добавить неодимую магнит, то это придаст ему мобильность. И вы с легкостью закрепите свой инструмент к рабочей поверхности, если, конечно, она из железа. Вот еще одна очень полезная идея, для которой нам понадобится деревянная рейка, кусок пластиковой трубы, заглушка и крепежный хомут. Для начала просверлим отверстие в рейке. Если не хотите получить скол при сверлении, то лучше сверлить с обеих сторон. Гораздо проще просверлить ровное отверстие большим сверлом, если заранее наметить это отверстие сверлом меньшего диаметра. Отрезаем лишнее от крепежа и вставляем его в заглушку. Теперь собираем нашу подставку. Просто? Просто. Удобно? Удобно. Ну, конечно, для большего удобства рейку можно взять пошире. В данном случае я взял крепеж немного в другой модификации.
удобная подставка под паяльник. Полоса пластика – это верхняя часть короба, в котором прячут либо провода, либо, к примеру, трубки от кондиционера. Благодаря несложным манипуляциям мы получаем удобное крепление для мелкого домашнего ремонта. Оно займет очень мало места среди вашего инструмента. Если часто снимаете видео на свой телефон, не обязательно покупать специальные крепления и штатив для него. Достаточно иметь селфи-палку. Я взял самую дешевую, которую только нашел.
Надеюсь, это видео было вам полезно. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.